Малиновка. Т2 медиум. Попробуем на Малиновке, значит, зайти с левого фланга. Вот так там больше укрытий. Там брони не имеет. Поэтому придется где-нибудь на данный момент прятаться, но потом думать какую-то стратегию. Оленемер пока не работает. Вот как МС-1. Хочу, чтобы все на правый фланг поехали. Ну, в принципе, половина выбрала левый. Т-26. Он идет вперед. Так, один уже слился у нас. Быстро. Выбера третьего у нас уже нет. Ну что, здесь, конечно, повалю дерево. Было немножко сгущенных растений. Он уже Т-26 получает. Так, то у нас там Т-7. Может, хорошо видно его. Ну вот и минус. Да, но зато уже минус 2 наши. Так, сейчас я пробую, если что, наготове вниз быстро съехать. Потому что врываться сейчас на данный момент, не знаю обстановку. Так, он там. Пробитие. Ну как хорошо идет. Пробитие. А, сейчас фокусировка. Все, 3-1. Да, сливаемся. Да, правый фланг задавили. Да, смотрю, оттуда немножко и уходят в сторону левого. Так, МС-1 впереди, вот даст сейчас подсветик. А вот Т-1 еще. А, забрали. Так, кто у нас там еще будет? Да, 6-2. Так, что-то МС-1 пока ничего не подсвечивает. Ну, подождем немного. Да, есть. Вот МС-31. Хорошо. Пробитие. Вот и дал мне подсветку, там еще один. Да. Пока отсюда надо уйти. Вот с этой позиции. А, смотрю, идет, как хорошо идет. Главное из-за света быстренько выйти. Так, вроде бы вышел. Потом его добить. Да, ну слив конкретный. 37. Так, вот он. Вот он крузер уже вышел. Я пока без засветика. Рикошет. Вообще, рикошет. Да, он куда рука. Пробитие. Вот где он? Еще один выстрел. Пробитие. Да, у него 3 хп осталось. Где его выловлю? Да, 4-9 его. Мы в четверых. Мало. Так, вот он крузер, за горочкой. Убрали. Так, тут еще. А, еще МС-1. О, как хорошо стоит. Да, он передо мной. Пробитие. Ах, промо. Вот и за светик не дал. Есть пробитие. Так, отсюда. Уничтожен. Так, и вот еще медиум был. Захвачено. Попробую на ходу.
смотрю. Гусеница восстановлена. Можно ехать. Базу уже стараются нашу взять. Ну, слив пошел. Так, ну, остался еще четверо. Трое. Да. Так, что у нас там? Т-18. Вот так его. Неудобно стоит. Да, тут, ну, вот он, Т-18. Не доберу, в принципе, так. Так, тут, ага, тут еще передо мной, Т-1. А, вот, не свелся нормально. Пробитие. Не успеет пробить башню. Готово. Так, еще лифт. Ага, вот и старый знакомый. Стоять. Уничтожен. Да, он засветил меня. Так, осталось нас двое. Так, ну что, 5 фрагов я уже взял. Еще одного. И будет воин. Он на ходу их. Счет 9-14. Пошел захват нашей базы. Постараюсь. Тут, конечно, ничего я сделать не смогу. Постараюсь разве что еще одного. Ох, какой. Взять. Пробитие. Есть пробитие. Уничтожено. Воина я взял. Опа, вот засветили. Вот это вот плохо. Цель понял. Ну, это уже бьет по мне. Т-18. Цель потеряна. Движение невозможно. Я тут уже ничего не сделаю. Тут проигрыш. В этом бою я получил знак классности мастер. Дуэлянт уничтожил бою не менее 2 машин противника, нанесший всем урон. Огонь на поражение, то есть нанес больше, чем сам. Ну, естественно, получил воина. Хотя было это непросто. Команда сливалась, как только могла. Ну, даже в таком бою можно получить воина. Ну, естественно, получил. Значит, набил домашний 686. Вот. Да, смотрю, тут еще крузер. А остальные, вот, допустим, 1, 2, 3, 4, 5 вообще по нулям. Так что так. Вот такой результат, но результативный.